Здравствуйте, меня зовут Софья Шустова. Я ученица 4 Б-класса, школа номер 7, города Новодвинск. Для конкурса дети читают стихи на лабиринт.ру. Иван Бунин, детство. Тем жарче день, тем сладостней в бару. Дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было по утру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок как шел. Поймёкся снег коралый, и чувствую, мне только 10 лет. А стул гигант, тяжелый, величавый. Кора голубам, горщинистая, красна. Но так тепла, так солнце вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного света.